Прием заявок для участия в конкурсе молодежных инновационных проектов уже начался. Любой желающий от 14 до 30 лет может представить свои разработки. 5 номинаций. Лучший проект в сфере строительства, охраны окружающей среды, здравоохранения, пищевой промышленности и компьютерных технологий. Для участия необходимо принести заявку и свой инновационный проект в управление по делам молодежи. Порой вы такие нестандартно мыслящие молодые люди, которые порой сомневаются в себе, и выигрывают такие конкурсы, потому что здесь нужно посмотреть свежим взглядом, незамыленным, что называется. И здесь, конечно, наши молодые изыскатели могут, как сказать, проложить и для будущего в любых абсолютно направлениях какие-то новые светлые идеи. Призовой фонд губернаторского конкурса составляет 3 миллиона рублей. Победители будут награждены 24 апреля на фестивале «Екатерининский бал» в Краснодаре.